Привет всем, это канал «Веселая семейка», и сегодня Мирослав Романович покажет вам свои игрушки, рыбок и зверят, и попытается их поймать на удочку. Ну что ж, показываем, Мирослав Романович. Берем игрушки и в ванну складываем. Так, это кто у нас? Мишка. Мишка, вот такой Мишка. Опускаем его в воду. В воду опускаем. Где еще у нас игрушки? Вот, опускай в воду. Бери следующую игрушку. Следующую. Пусть в ванне плавает. Вот, уточка. Так. Давай. Следующая, какая у нас есть игрушка? Мирослав. Игрушка какая? Есть же еще игрушки. Вот бери не только уточку, бери следующую игрушку. Показывай, вон у тебя сколько много игрушек. Какие еще игрушки есть у тебя? Вот их и показывай. Вот, это что у нас? Рыбка. Вот, рыбка. Опускаем рыбку, вот так она заводится, да? О, завод есть. Вот, следующую, что у тебя еще есть там? Мирослав, что есть у тебя? Какие еще игрушки? Показывай. Вот, вот такая полосатая рыбка, которая плавает, да? Плавает рыбка. Еще. Так. Ну, бери любую, какую ты хочешь. Бери, выбирай. О, краб. Краб у нас есть. С такими клешнями, да? Вот, крабик плавает. Морской краб. Давай еще крабу, может. Какая еще игрушка у тебя есть? О, это у нас крокодил. Крокодил зеленый. Не зеленый, а какой-то желтый получается. Желтый крокодил. Который плавает, да, Мирослав? Быстро он плавает? Так, ух, раз. Быстро. Что у тебя еще есть? Показывай. Ну, краба уже все увидели. Еще какие зверята есть игрушки? Опять желтый. Это твой любимый? Твой любимый крокодил? Вот. Удочка у тебя есть, Мирослав? Удочка. О. С помощью этой удочки можно что-то ловить. Игрушки, да? Вот рыбку туда. Положи туда рыбку. В ванную. Вот. В наш так речку. Ну, крокодила будем ловить? Может рыбку? Давай рыбку какую-то возьмем. Что это такое? Туда, наверное, шарики, да? Как пистолет. О, пистолет.
у Мирославчика. И я. Шарик туда помещаем, а шариком стрелять. Вот, шариком стрелять. Это красиво. Ну, можно как пистолет, да, использовать. Ну что ж, Мирослав ознакомил нас со своими игрушками. До скорых встреч на канале «Веселая семейка».